воскресенье в Самарской области облачно с прояснениями. Осадки маловероятны. Плюс 3, плюс 5 градусов днем. Ночью 0, минус 2. Южный ветер 4-6. Порывы до 12 метров в секунду. В Сызрани переменная облачность. В дневное время плюс 4, ночью 0 градусов. Южный ветер 5 метров в секунду. В Тольятти небольшая облачность. Днем плюс 3 градуса, ночью плюс 1. Южный ветер 6 метров в секунду. В Самаре облачно, возможен небольшой дождь. Днем плюс 3 градуса, ночью 2 ниже 0. Южный ветер 5 метров в секунду. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 63%. В геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.